Мы находимся на юбилейной выставке Prod Expo 2023. С нами директор по развитию компании Tron Russia Максим Смирнов. Здравствуйте. Расскажите про компанию. Что вы производите? Хотя я уже вижу. Ну, Tron Russia является производителем испанской ноги Tron. Мы производим под двумя брендами. Это Болярика и Традиционерия. У нас 12 сортов. Вот. Для тех, кто не знает, что такое нуга, это на основе глюкозного сиропа, яичного белка. Это все замешивается, добавляется мед и добавляются орехи. Плюс натуральные ингредиенты. Наша линейка, вообще наш продукт интересен тем, что мы это все делаем на основе натуральных ингредиентов. Это дает качество, это дает надежность. И как бы сейчас общий тренд – это на здоровое питание. Вот. 12 сортов. Наверное, самый популярный, если из видов Турона сказать, это наш уникальный, это синяя мачо с морской солью. Также популярны с цукатами, Турон с цукатами, с клюквой. Вот. Сейчас будем новинку запускать с кедровыми орешками. Это, получается, испанская технология. Откуда вы берете сырье? Ну, мы производим с 2017 года. Сырье мы покупаем как российское, так и зарубежное. Проблем с логистикой сейчас нету. Вот у нас как бы параллельный импорт развит, и ну, как бы нет никаких ограничений. Вот, поэтому проблем с этим всем не существует пока в нашей стране. А в каких магазинах можно встретить ваш продукт и какой ценовой сегмент? Ну, если вы видите, то у нас по продукции у нас есть в коробочках, да, на каждой коробочке есть экран, что позволяет нам красиво это все качественно представлять, чтобы клиент мог это увидеть, как это выглядит. У нас есть в пэтах продукция, мы также продаем в дойпаках, это ну, навесная такая история. Сейчас мы новую линейку запускаем с флоу-паками, это хорошо расходится маленькими такими мини-турончиками, то есть за небольшую стоимость, что очень популярно в кофейнях. Вот. А вообще нашими клиентами основными являются кофейни, чайные магазины, подарочные магазины, рекламные агентства, ритейлеры, розничные магазины. Ну и кофейни, я уже говорил. То есть это также может быть, например, магазины при вокзалах, да, там, при аэропортах, дьюти-фри. Вот. Вот последняя линейка, о которой мы говорили, с флоу-паками, она хорошо расходится для выставок. Там, ну, клиенты берут для выставок, для комплиментов клиентам. Плюс это хорошо расходится в гостиницах, это хорошо расходится в шоурумах. У вас разнообразие упаковки, а нет ли сейчас с ней проблем? Ну, для нас самый интерес как раз сейчас в развитии – это найти хорошую, интересную упаковку. Поэтому мы активно в этом направлении двигаемся. Мы ищем эту упаковку, мы общаемся с российскими производителями, мы находим новые варианты. И мы сейчас как раз вот в 2023 году хотим удивить своих клиентов. Это расширением ассортимента, да, более интересного, удобного и также интересной, необычной упаковкой. Что ж, будем следить за развитием вашей компании. Большое спасибо. Спасибо огромное за приглашение. Всего доброго. Удачи.